Здравствуйте. Сегодня мы будем выполнять цветок техники канзаши. Для выполнения цветка нам понадобится лента более темного цвета, широкая лента, и лента широкая второго цвета, тоненькая лента потемней и тоненькая лента посветлее, более светлый оттенок. Также нам понадобится серединка для цветка, бусинки для оформления лепестка, линейка, так, пинцет нам нужен, свечка, так, зажимчик нам нужен будет. Зажим нам нужно будет. Так, что нам еще надо для работы? Ножницы. Ножницы. Клеевой пистолет. И стержень клеевой для пистолета. Итак, приступаем к работе. Берем ленту. Широкую, так, подвинемся, широкую ленту и делаем квадрат данной ленты. Берем вторую ленту и делаем со второй ленты тоже квадрат. Подровняем и делаем квадрат. Берем квадрат, складываем в треугольник, сминаем краешек, берем пинцетом и подпаливаем уголочек, чтобы склеить. Что у нас получилось? Смотрите. Берем второй квадрат, складываем уголочек, подпаиваем и закрепляем. С другой стороны тоже получился. Берем один треугольник, второй треугольник. Так, сначала один треугольник складываем еще раз и подпаиваем. Закрепили. И второй тоже треугольничек. Еще раз склали и подпаяли. Закрепили. Получилось у нас. А теперь мы берем треугольнички, прикладываем друг к другу и складываем вместе, и у нас получается двойной лепесточек, в серединке у которого получается двухцветный. Так. Обрезаем уголок. И вместе их подпаиваем.
То есть они у нас соединяются вместе. У нас получился двухцветный лепесток. Вырезаем квадрат. Складываем в треугольник. Складываем еще раз в треугольник. Одну сторону мы складываем так, в одну сторону, теперь в другую сторону выравниваем. Уголочек отрезаем. Берем пинцет, подпаливаем, зажимаем, переворачиваем, еще раз подпаливаем, зажимаем. Одна сторона у нас заклеилась цветка. После этого мы отрезаем. Немножко раздвигаем и берем пинцетиком края, подпаливаем аккуратненько. Подпаяли, раз, зажали. Вторую тоже. Подпаяли, зажали. Теперь мы немножко разровняем. Получается у нас круглый лепесток. Здесь немножко подпаяем, чтобы вместе соединить. У нас получился круглый лепесток. Так, нарезаем квадраты. Из этих квадратов мы сделаем лепестки. Делаем острые лепестки. Отрезаем. В
Берем пинцетом, зажимаем, подпаиваем, зажимаем, где подпаяли. Обрезаем. Подпаиваем. Зажимаем. Получился острый лепесток. Следующий. А сейчас мы будем делать двойные лепестки. Вот он образец. Двухцветные. Мы складываем треугольничек. Краешек запаиваем. Складываем немножко, не как квадратик, запаиваем, ничего страшного, все обрежется. Так, еще раз складываем, подпаиваем, складываем. Подпаиваем. Теперь мы берем треугольничек. Второй треугольничек. Такой односторонний, чтобы смотрели они. И еще раз складываем. Обрезаем лишнее. Все, у нас уголочек подровнялся. Мы его подпаиваем, чтобы у нас красивый лепесток получился. Так, держится, держится.
Вот она получается как. Так. Теперь мы обрезаем вторую сторону. Вторую сторону. Отрезаем и подпаиваем. Так, подпаяли и зажали. Так, сейчас посильнее. Еще подпаяем и зажали. Так, делаем еще один. Так, лепесток можно делать высокий, а можно делать низкий. Если нам нужен высокий лепесток, мы не обрезаем. Если нам нужен низкий лепесток, мы обрезаем низ лепестка. Берем тоненькую ленточку, так, линейку, так, ленту, так, замеряем 6, ой, так, 6 сантиметров. Так, теперь каждую ленточку мы опалим. Так, опалили каждую сторону ленточки тоненькой. Так, что у нас получается? Ленточки тоненькие. Мы приготовили. Так, темные, светлые ленточки. Так, лепестки мы приготовили. Так, мы приготовили острые лепестки двойные, круглые лепестки и острые лепестки. Приготовили. Так, теперь у нас есть серединка, основа. Так, можно из кожицы вырезать серединку, очень удобно. Сейчас мы будем собирать. Так, берем серединку, основу, берем ленточку, двигаем. Нам необходимо приклеить данную ленточку к основе. Это нам нужно для того, чтобы мы могли зацепить шпильку или заколку или зажимчик. Так, и сюда точечка, ленточку приклеиваем. Все приклеилось. С обратной стороны мы закрепляем еще раз ленточку. Сразу раз, зажали, прижали. И эту ленточку тоже в сторону. И прижали.
мы приготовили основу для цветка. Теперь, да, он хорошо нагрелся, У нас остается из местечка, куда просовывать. Приклеиваем тоненькую ленту по краям. Быстренько надо. Так, вторую ленточку берем, складываем, намазали и приклеиваем. Так, сложили ленточку. Приложили, приклеили. Немножко сюда, в стороночку. Складываем. Так. Приклеиваем. Ой-ой, у нас лепесток приклеился. Все нормально, нормально. Складываем, приклеиваем. Теперь мы берем светлый тон ленточки и приклеиваем более светлый тон. Тоненькая ленточка. Складываем. Приклеиваем. Так, следующее.
Еще один лепесток. Ай. Клей моментом быстро очень остывает. Очень быстренько надо работать с ним, с этим клеем, пистолетом, с горячим клеем. Что у нас уже получается? Так. Еще парочку можно приклеить сюда. Еще одна светленькая. Так. Так, основа цветка нашего сделана. Так у нас получился для цветка первый ряд. Давайте рассмотрим. Основа, ленточка, куда крепить. И ряд, первый слой, скажем так, с тонкой ленты. Так, на сторонку желтенькие ленточки, ой, желтенькие лепесточки будем скреплять. Так. Да. Получается такой тройной лепесточек у нас. Так, заготовочка готова. Там, где наши золотые. Прилепляем. Так, и с этой стороны теперь. Закрепляем ровненько. Еще одна заготовочка. С трех лепестков. У нас уже заготовочка, третья заготовочка. Так, залепляем. Так, приклеиваем из трех лепестков. Листок с трех маленьких лепесточков. Так. Сейчас мы будем делать цветочек. Наклеиваем. Стоит лепесточек. Следующий у нас будет. Так, сначала так приклеено.
Берем. Еще один лепесток. Так, что у нас тут получается, смотрите. Приклеили лепестки. Так, теперь мы будем приклеивать лепестки круглые. Так, кругленький лепесточек. Еще один лепесточек нам надо. Так, что у нас получается? Тут цветочек какой. Так, сейчас мы применим вот эти штучки еще. Можно, когда их с этой стороны прицепить. Так, сейчас у нас заколочка. Так, будет крепляться вот так. Значит, на волосах будет у нас она здесь. Вот, вот здесь будет. Напротив. Приклеим. Так, быстренько-то. Так, теперь что мы делаем? Можно серединку такую сделать с большим бриллиантом. Можем сделать золотую с бриллиантиком. Сделаем золотую. У нас вставки золотые.
Сиреневенько. Получился цветочек. Такая у нас заколочка. Так, теперь что нам нужно сделать? Так. Берем зажимчик. Так. Вставляем. Рассовываем. Все. Заколочка готова. Такая у нас заколочка смерти. Оригинальная получилась. Зажимчики очень удобные. Держится отлично.